Всем привет! Сейчас исполняет музыку вот на этом старом радиоприемнике абсолютно миниатюрная радиостанция, которая работает всего лишь от одной пальчиковой батарейки. И сделана она из деталей лампы экономки. Ранее я ее уже показывал, но продемонстрировал всего лишь морзянку и включение вот такого небольшого радиопередатчика, сделано всего лишь на одном транзисторе и на одном небольшом переделанном трансформаторе из лампочки экономки. Мне, конечно же, задали вопрос, а почему бы ты не сделал нормальную модуляцию, чтобы нам послушать музыку или хотя бы твой голос? Ну, мой голос вы можете слышать за кадром, а вот музыку вы можете слышать прямо из радиоприемника. Давайте немножечко понастраиваемся, походим по диапазону и послушаем. Легко заметить, что приемник принимает максимально громко и чисто вот здесь. Примерно вот на этой частоте он вещает этот радиопередатчик на длинных волнах. Мощность передачи не очень большая, я специально делал такую, чтобы не нарушать законов. Но вы можете, конечно, самостоятельно изготовить такой же радиопередатчик на транзисторе от лампочки экономки более мощным, вот таком, допустим, 40-ваттном. Советовать или не советовать не буду. Схема этого передатчика очень проста, но сегодня я хотел бы коснуться того, как промодулировать такой передатчик, чтобы музыка достаточно чисто была слышна, ну, на большом расстоянии. Я проверял, радиоприемник ловит даже без антенны, на магнитную антенну от вот этого вот трансформатора, ловит примерно на 5-7 метров. 10 метров уже глохнет. Питание, как я уже говорил, всего лишь одна 1,5-вольтовая батареечка, причем достаточно севшая. Будет он работать и от 1 вольта, но при просаживании до 0,7-0,9 уже эта схема не срабатывает. Резистора здесь нет. Можно сказать, что я поставил нулевой резистор, но я их вообще ненавижу и так называть не буду. Здесь просто голый провод. Можете посмотреть самостоятельно, вот что здесь есть. Один транзистор 13 серии, один диод, один трансформатор, ну и, конечно же, питающая батарейка. Правда, для того, чтобы этот радиопередатчик можно было модулировать с помощью сотового телефона, а именно это я произвожу, потребовался еще вот такой развязывающий конденсатор. Я все подробненько покажу на схеме, а пока давайте я постараюсь вам аккуратно показать и доказать, что работает именно радиопередатчик, а не какая-нибудь фуфлыжная заэкранная фигня, которая просто изображает музыку. Поехали, включаем радио и приступим к проверке. Вот, для начала отключим питание. Вот сейчас заиграла музыка, я отключу питание. Вот, отключив питание, я разомкнул батареечку. Вот, сразу музыка прекращается. Касаемся контактов. Пошло вещание. Так, уберем громкость. Вот, сейчас я постараюсь замкнуть проволочку, чтобы передатчик был все время в режиме передачи. Потребление энергии незначительное и передает он вполне нормально. Так, вот, музыка идет. Теперь мы немножко поворочаем радиоприемник вокруг всей этой конструкции, так, чтобы было нам видно, насколько изменяется тон. Я специально ставлю радиоприемник вертикально, потому что именно в таком положении он принимает меньше всего помех от всякого рода блоков питания, также Wi-Fi, Bluetooth и прочего. Если поставить его вот так, помех будет гораздо больше, но все равно эта радиостанция пробивается через эти помехи и на приемник вещает. Так, теперь мы его включим, пусть он играет музыку, а мы побалуемся сотовым телефоном и покажем точки модуляции. Сейчас я буду изменять мелодии и громкость. Вот минимальная громкость 0. Единичка, уже идет вещание. Вот так, чтобы экранчик было видно. Вот так вот. Увеличиваем. Уменьшаем. А теперь покажу
сами точки, вот он захлебнулся из-за большой громкости. Ну, уровень передачи на таком расстоянии, конечно же, большой, и приемнику тяжело справляться, то есть он начинает захлебываться. Так, значит, вот вся схема передатчика выглядит следующим образом. Это трансформатор со средней точкой, все как бы завязано по генерации, ну, то есть, чтобы был автогенератор. Никакой стабилизации частоты, никаких настраиваемых и подстроечных конденсаторов, все на голую. Но вы, конечно же, можете поставить сюда и кварцы, и конденсаторы, и подстроечные конденсаторы, и стабилизирующие дросселя, да и много другой мутатени, которая вам потребуется. Мне же это не требуется. Обычно модуляция происходит, вот вместо резистора, скажем, ставится вот такой динамик. Сейчас я его нарисую. Я такое уже производил. Вот, и тогда при воздействии звука на динамик у нас изменяется свойство и колебательного контура, и напряжение на транзисторе. В общем, уплывает частота, уплывает амплитуда, и, конечно же, мы слышим голоса и модуляцию. Дальше. Конечно же, так вот модулировать это не очень хорошо. Мало того, динамик подвергается всем токам, которые идут из этой малюсенькой батареечки. Теперь, чтобы этого избежать, и опять-таки сам динамик вносит большие искажения в генерацию, и это даже получается некоторая такая музыкальная установка. Она завывает, переливается, можно как-нибудь будет сделать, если вам надо будет и послушать. Я же применил следующий ход конем. Я убрал отсюда микрофон, он же динамик, он же модулятор, и поставил вот такую связь. Так, во-первых, мы вычеркиваем динамик. Напрямую здесь проводочек, как у меня в схеме. Вот, а телефончик я завел вот сюда, на диод. Вот в эту точку. В эту интересную точку. Сейчас покажу. Вот она, интересная точка. То есть, я подаю сигнал сотового телефона через конденсатор. У меня конденсатор 0,01 микрофарады. Вот такого вот параметра. Подаю в эту точку. Можно, конечно, подавать без второго провода. Второй провод от телефона, так как идет два провода и даже три провода, можно держать в руке. Тоже будет происходить модуляция, но не такая интересная и не такая сильная. Так вот, чтобы промодулировать хорошенько весь этот передатчик, я подключаюсь вот в этой точке. Сейчас покажу. Вот так. По сути дела, я шунтирую диод сотовым телефоном, подключенным через вот такой вот конденсатор. Давайте я не буду рисовать, что это входы, я просто нарисую сотовый телефон. Вот так вот. И всем все сразу будет ясно и понятно, что куда я подключил. Вот так вот я подключил сотовый телефон, правда красиво у меня получилось, через конденсатор, вот на этот маленький диод. То есть, в данном случае диод является не смесителем, не говорите таких поганых слов. Диод является просто стабилизатором и выпрямителем для вот этого транзистора. Также он является защитным диодом для этого транзистора, а точнее для перехода эмиттер-база, чтобы транзистор не выходил из строя. Но одновременно с этим у нас сигнал с вот этого вот контура, который является управляющим и колебательным, и настраиваемым, и, ну, в общем, за все отвечает вот эта часть контура. Этот контур как раз и завязан у меня на вот этот конденсатор и на этот телефон. Емкость конденсатора у нас неизменна, но так как в телефоне у нас происходит звук, он этот звук начинает здесь изменять заряд, и для этого контура емкость этого конденсатора, конечно же, является измененной. Точнее, не емкость изменяется, а изменяется количество заряда. Если бы это был просто конденсатор, то данный контур просто бы у нас колебался на одной и той же частоте, и максимум, чтобы мы слышали, легкое потрескивание, потому как это получилось бы просто электромагнитное глушило. Но так как на конденсаторе у нас накапливается заряд в такт с музыкой и разряжается и заряжается, то в этом колебательном контуре у нас и возникают измененные колебания, которые имеют, конечно же, кучу гармоник. Я их и продемонстрировал. То есть вот здесь у нас максимальная гармоника, максимальная частота звука, ну в смысле частота, а в смысле чистого звука. А по бокам боковые гармоники, которые тоже, в принципе, можно принимать, но они при этом более слабые, то есть менее мощные, более слабые и хуже звучат, хуже справляются с помехами. Вот и все. То есть, если вы захотите промодулировать вот такой вот миниатюрный передатчик из лампы экономки, то можете воспользоваться моим бестолковым и бесполезным советом
подключившись вот так вот к диоду с помощью вашего сотового телефона или плеера, или кассетного магнитофона, или проигрывателя, но через конденсатор. Если вы замкнете телефоном вот этот диод, то, естественно, у вас пропадет и генерация, да, возможно, и телефону плохо придется, потому как его выход не всегда бывает хорошо защищен от вот таких вот безобразных экспериментов, которые я провожу. Ну, а нагрузив через конденсатор вот этот вот телефончик вот этим диодом и вот этим контуром, вы прекрасно будете модулировать и получите свою музыку в своем эфире. Давайте я еще раз попробую это показать. Вот эти самые точки модуляции на диоде. Сейчас я их и покажу вам крупненько. То есть вот наш телефончик через конденсатор по вот этим проводочкам вот сюда, на этот маленький бедненький диодик и модулирует. Вот сейчас мы возьмем один проводочек, так вот нежно и ласково оттопырим. И все. И никаких звуков красивых. И нету звуков. И есть звуки. Вроде не окончательно сломал. А, мелодия другая просто покатила. Ну, неважно. Все-таки эта мелодия мне больше нравится. Ну вот, как-то так, ребята. То есть модуляция штука может быть для кого-то сложная, ну а для меня оказалась простая, когда я применил просто вот такую небольшую свою смекалистую хитрость. А на этом все. Пока, до следующих встреч. Я выполнил ваши пожелания.